Знаешь, что такое Нарайна? Где Нарайна? Кто такой Нарайна? Лукашива. Еще есть варианты. Кто? Итол огня. Что еще? Павление Вишна. А еще? Сколько вариантов? Приветствие. Классно. А еще? Здесь все с одной стороны. С этой стороны тишина. Здесь уже транс. Сейчас она придет. Все начнется. Верьте, верьте. Вера вас спасет. От кого? 12 тоже. Знаете, что такое потоковые люди? Это мы все здесь. Такая вот Нараяна. Я знаю Нараяна как пространство всевозможных вариантов взаимотворчества, да, славления великого Высшего. Много имен в этих состояниях, олицетворений богов, но это все в нас, внутри, это наш микрокосмос, он богат всеми этими красками, оттенками, именами, звуками. И мы собираемся вот так вот сумасшедшими такими компаниями, чтобы открывать эти краски и рисовать ими картину жизни. Он в каждый дом.